скажете два слова о нашей компании. Компания называется «Фасады». Мы находимся в Мультипульчано. Это южная Тускана, провинция Сены. Топ наших вин – это Нобили Мультипульчано, известный во всем мире. Мы импортируем, наверное, во все страны цивилизованные мира. И сейчас начинаем работать с Россией. Вот так выглядит наша марка, наш бренд. Компании более 100 лет. Мы являемся импортером в Ватикан уже более 100 лет. Создана компания аристократом, монсеньором Фасади и братья Делла Камера, кумбраты, купили эту компанию у самого монсеньора в 2015 году. И сейчас она ее развивает очень усиленно, очень удачно, я бы сказала. Значит, как я вам уже сказала, топ наших вин – это Нобили Мультипульчано. Это выдерживается в бочках 3 года, поэтому имеет своеобразный вкус. Виноград Сангиовезе – это типичный виноград Тосканы. Кроме этого, мы делаем десертное вино Вин Санту, известное во всем мире практически вино Тосканы, с выдержкой 15-16 лет, тоже в специальных бочках. Кроме вин, мы производим и граппу, тоже из граппу Нобили, тоже из Сангиовезе. Выдержка этой граппы 20 лет. И потрясающий вкус, который нравится и в России тоже. Вот. Приходите к нам на дегустацию. Мы будем также на Продэкспо.